волонтеру акции «Мы вместе» Калтасинского района Юлии Галихановой. На самом деле для меня сегодня большая честь. Большая честь вручить вам очень высокие награды. Награды за подписью президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. На самом деле огромная работа проводится вами. Это ваш личный вклад. Это очень высокая оценка. Это очень высокая награда. И я хочу сказать, что на самом деле на уровне Российской Федерации, Республики Башкортостан, вот наше студенческое сообщество, центр волонтерский, который создан в Акмолинском университете, является одним из лидеров. И очень приятно то, что сегодня на самом деле мы с вами встречаемся и можем вам сказать просто спасибо. Руководителю мобильного отряда школы безопасности Республики Башкортостан Сергею Шерстовитову. Эту награду я получил во время пандемии, когда только-только объявили ее, и на базе Акмолинского университета был создан волонтерский центр, где нас набирали, и мы помогали пожилым людям. То есть разносили технику для малообеспеченных семей, чтобы они смогли дистанционно заниматься уроками. Также мы разносили продукты питания. Назывался он «Продукт Башкортостана». Я волонтерством занимаюсь достаточно давно, более уже 8 лет. Сейчас я очень активно занимаюсь в школе безопасности, это Всероссийское детско-юношеское общественное движение. Оно занимается популяризацией безопасности жизнедеятельности в нашей стране, как вести себя в тех или иных чрезвычайных ситуациях. Я могу сказать так, что вы действительно гордость нашего университета, и мы горды, что у нас есть такие студенты, которые бескорыстно, искренне, просто потому что зов души есть, вы помогаете людям. Это дорого стоит, особенно вот в такое тяжелое время. Вы сами доказали, что вы настоящие люди, что вы готовы прийти на помощь по самому разному зову, кого бы то ни было. Благодарю вас, Салават Андреевич. Просим оказать честь и наградить активиста волонтерского центра БГБУ имени Фахриддина Акмолы. Награждается студентка Института исторического и правового социально-гуманитарного образования, председатель профсоюзного комитета БГБУ имени Фахриддина Акмолы Ирина Галиева. Занимаюсь волонтерской деятельностью 7-й год. Во время первой волны пандемии коронавирусной инфекции я также не могла остаться в стороне, хоть и была не в городе Уфа, в своем родном Туймазинском районе, но все же я решила поддержать район и их жителей. Вместе с волонтерским штабом нашего района мы помогали всем, кто нуждается, принимая участие в акции «Мы вместе». Мы доставляли продукты пожилым людям, а также людям, которые нуждались в социальной помощи. Раздавали маски прохожим, которые тоже нуждаются в этом. И доставляли социальные коробки. Это приуроченное к 9 мая, то есть у нас были специальные коробки для ветеранов войны. На данный момент я занимаюсь проектом «Делай ставку на ЗОЖ». Этот проект направлен на укрепление и улучшение здоровья студентов Акмолинского университета, что на сегодняшний день тоже очень важно и актуально.